времена, все так скоротечно, закончится смена эпох. Поверженной быть России не вечно, но сроки лишь ведает Бог. Воспрянет из пепла русское племя и после Великой войны. Кто в первый влез, тот станет последним, законы вселенной верны. Богом дано было русским исполнить священную тайну веков. Святое число на небе восполнить, пройти через муки и кровь. Противник наш точит ножи. Кто нагло нам врал, сорвут свои маски. Узнаем, кто им сослужил. Пусть злые враги усердно камлают на гибель великой страны. Их тщетны труды, и я это знаю, они будут посрамлены. Тщетны труды, и мы это знаем, враги будут посрамлены. Вверх не снимаем. Ставится коллиматор, то есть вот это вот цевьё называется. Александр. Газовой трубкой. Меняет. АК-74. Калибр 5,45. Подствольным гранатометом ГП-25. Вот для него граната. Кидает она на 400 метров. Радиус поражения, ну, 10-15 метров. Осколочная. Наподобие такой, только с ОХ-17. Я получил сам ранение в апреле. У нас много ребят получили от такой штуки ранения. Не смертельный, но из строя выводят. Сейчас я не знаю, вот, есть. Это тоже от него же, но это называется лягушонок. То бишь, при касании с землей он подпрыгивает на 70 сантиметров от земли и потом взрывается. Соответственно, радиус поражения увеличивается. Вот. Принцип прицеливания, ну, может, в школах когда-то и будут, поступить в армию, вернее, ребят. Есть маятниковый. Выставляется дистанция, тут 1, 2, 3, 4 идет, то есть, соответственно, это 100, 200, 300, 400 метров. И здесь идет две полоски. То есть вам нужно это поставить, соответственно, дистанция. Есть второй прицел. Ну, скажу вам честно и сразу, и на личном опыте ребята подтвердят, что во время условий боя некогда им пользоваться. Просто уже навык на вскидку, то есть идет угол 45 градусов, а дистанция 400 метров, соответственно, ниже, ближе. Если делаете выше, это идет навесная закидка в окопы или куда-нибудь еще. Заряжается он просто, идет тут направляющие, и пал, и до щелчка. Все. Тут стоит предохранитель, флажок. Вот. ОГ, огонь, и ПР, предохранитель. Разряжается он просто. Вот флажок, нажал. Стандартный магазин 30 патронов. Многие ставят увеличенные РПК, ручной пулемет Калашникова на 45 патронов. Кого-то у ребят его вон он. Вот, увеличенный. Но при наличии подствольника и ростка на 45 патронов автомат очень тяжелый. Он сейчас у меня весит около 5 килограмм.
сольник 1,5 килограмма весит. То есть поэтому сами понимаете, что с таким весом бегать в условиях боя очень тяжело. Конечно, 45 рожок очень хороший, удобный. Это патрон 5,45. Зеленым наконечником. Это обычный трассировочный патрон. Сейчас у меня что-то еще есть. Это обыкновенный патрон. Сейчас я гляну. Есть патроны ОС. Тоже как для бесшумной стрельбы. Но у нас их дефицит большой. Они идут наконечник черный с зеленым. Если видите такой патрон, ну сажайте солдату, он ему очень нужен. Для бесшумной стрельбы 5,45. Это у меня были еще повышенно пробиваемые патроны. Они идут. Тут красная кайма, а там фиолетовая кайма. Есть черная кайма. Этих патронов разновидностей очень-очень много. Пластмассовый белый наконечник — это холостой патрон. Патрон, который здесь идет в бороздке, 4 штуки, это вообще учебный патрон. Просто когда вот в школах раньше было МВП, заряжать, разряжать в магазин, заряжать, учили. Учили всегда. Вот, ну это вы еще поучитесь, сами себе позаряжаете в магазин, по 3 патрона зарядите каждый и выстрелит в том направлении. Вверх не стрелять, под ноги не стрелять, стрелять вот в район тех щитов. Там идет насыпь, пуля уходит, не рикошет, ничего, то есть безопасно. Алло. Противопехотная наступательная граната. Если вдруг где-нибудь, в парке каком-нибудь, возле кустика, возле дерева, увидите такую гранату, не вздумайте ее трогать. Потому что она может быть заминирована, она может стоять на растяжке, то есть проволока, леска, все что угодно. Если очень близко будете, убьет. У нас. Когда пацаны поднялись? Месяц назад? Месяца полтора назад ребята шли в разведку, напоролись на растяжку, на такую вот. 2 человека погибло. Есть другая граната, F1, она ребристая такая. Лимонка. У этой гранаты радиус поражения 20 метров, у той 100 метров. Там идет летит тяжелый чугунный кусок металла, вот, на очень большую дистанцию. Тоже, если увидите такое, даже такое, вот, если увидите, где-нибудь валяется, лучше позовите военного или полицейского, или взрослого даже лучше. Мы такое находили и отдавали военному. Даже не поднимать. Трогать даже нельзя. Даже не трогай это никогда. Потому что он может быть, капсуль может сбитый уже быть. У нас такое часто было, когда они, ну как сказать, ну старые уже. То есть капсул сбитый, но он не выстрелил. Ну и боец это потерял. Даже у меня было, когда где-то с машины выпрыгиваешь, он вылетает с подствольника, сам просто выщелкивает. Ну не я нашел, мой друг, он мне показывает. Найдете его так. Это очень опасно. Еще. Когда вы на последней дороге находитесь. Радиометр — это очень опасно. Очень опасно. Это знаменитая СВД. Снайперская винтовка Драгунова. Калибр 7,62. Пуля образца 1908 года. Прицельная дальность, ну, тут написано километр 200, но на такую дистанцию мало кто способен, нужно быть очень большим виртуозом, чтобы на такую дистанцию попасть, даже с оптическим прицелом хорошим. Потому что снайперское дело — это очень большая наука. В том году я, ну как, считали меня снайпером, но я когда почитал, слава богу, из интернет, что такое истинный снайпер, я сказал, что я не снайпер, я стрелок, просто-напросто. Снайпер должен 2-3 суток лежать в кустах и не быть замеченным. Он ночью себе позицию роет в непосредственной близости, в чистом поле. Его никто не наблюдает. Вот это вот настоящий снайпер. А то, что вот ходят там с СВД и считают себя снайпером, это просто стрелки. Ну, это мое личное мнение просто. Насколько я общался именно с виртуозами, снайперами, было дело в том году. Вот, и когда почитал литературу, что должен, как должен выполнять свои обязанности снайпер. Вот. Стрелять из нее тоже не будете, потому что... Очень мощные патроны, отдача хорошая. Вот, если что, там ребята постреляют, посмотрите. Это обычный стандартный прицел ПСУ-1. Вот. Ну, оптимальная дальность у него 400 метров. Самое такое, ну, для него опытного стрелка 400 метров хватит вполне. Если он нормально пристрелянный к винтовке,
Ну, тут дистанция 100 метров, 400 там от того края, вот там. У нас там БМП пристрелят. Ну, очень хорошая штука. Это ПК, пулемет Калашникова. Патрон тоже шел и УСВД, 7,62. Вот, ну я взял тут просера, только у нас тут много. Вот он патрон. Вот. Были стрельбища, не успели почистить оружие. Вот так. Вот с помощью такой вот ленты он стреляет. Вот этот фрагмент всего лишь ленты, это вот. По 26. Это цинк на 250 патронов. Есть цинк на 200 патронов, есть цинк на 100 патронов, который пристегивается. К сожалению, мы его забыли, не взяли. Вот. Заряжается таким вот образом. Я сейчас ленту заряжу, вот стреляюсь просто. Потом покажу ребятам. Заряжу тут очередь, дам, покажу вам, как он стреляет. Потом дальше, если что, вам, не знаю, пулемета им опасно давать стрелять. Сегодня нет, сегодня только пробные. Показательные. Не запомнили. Разборку, сборку сдать. А потом сразу. Ну, если что, тут он остается, я сейчас объясню, просто уеду. Так, ребята останутся. Разборка, сборка. Пускай тренируются. Правильно его открывается, влаживается лента, вот есть зацепы, потом вам все покажут. Самое главное, когда вы заряжаете вот этот флажок назад, потому что у нас были такие пулеметчики, которые ломали пулемет. Ну и самое веселое сегодня, так называемая шайтан-труба, катает броню 67-го года, то есть РПГ-7, ручной гранатомет, хорошая штука, это, кстати, может штатное оружие, в военном билете даже записано. Это обыкновенный аммулятивный заряд, то есть бронебойный, против танков, БМП, БТР. Я сейчас с него стрельну, послушайте, как он стреляет. Это порох называется. Вот. Самое главное, что эти пороха всегда были сухие. Потому что сырой порох, он просто не выстрелит. Если нельзя их мочить. Вот таким образом собирается. Здесь есть, вот он болтик, вот пазик, оно должно совпасть, вот. А дальше осталось только взвести. Взводится, предохранитель снимается, вот он курок. Но это в тот момент, когда уже все вставлено. Ну, я с него стрельну, сейчас покажу. Там, в принципе, два ящика я взял. Это так. Олег Макарова. Не стоит, это самое. Ну, есть одноразовые варианты. Так называемый плевал. Есть одноразовые, это самые варианты, в смысле того же. Есть, да. Сейчас. Есть называемые тоже. Это многоразовые, а есть РПГ-18. Есть РПГ-22, РПГ-26. Это все одноразовые гранатометы. Такие пластмассовые тубусы небольшие. Есть там и огнемет, есть РШГ-1, там дудка такая, что... Ну это огнемет, он создает облако огня в радиусе 80 метров. Выгорает все. Ну это АКСУ. Стоит на основном на вооружении у сотрудников милиции. Ну,
У нас ребята часто передвигаются в машинах, незаменимая штука именно в машине, потому что мне со своим веслом, как его попросту называют, очень даже неудобно. С такой штучкой, звук у нее не хуже, чем у пулемета. Патрон тот же самый, 5,45. Рожок тот же самый, по невзаимозаменяемые рожки, 30 патронов. Вкладываем и приклад. То есть можно и так стрелять, можно с расположенным стрелять. В условиях городских вот, зачистка зданий вообще вещь незаменимая. Сравнить по размерам, чем удобнее будет бегать, допустим, в той же квартире. Ну да. Для уличного боя вполне хватит 100-200 метров вот этого вот. Любопытные. Что, так не хотел поставить? Вот. Ладно. На позиции. Алина, кто попал? На боевом дежурстве с ним. Она начала работать с нами. Тихо, тишина. Так как у нас там условия местности не позволяли по нему открыть прямой огонь из стрелкового оружия. Ну там как мог, так пострелял, конечно. Но потом он меня сильно разозлил, и я с него попугал его чуть-чуть РПГ. Навесом просто дал туда за трубу, там труба такая канальская у нас мешает. Пришлось, ну сразу перестал стрелять. Тоже, потому что у нас в основном кумулятивы. Вот, для пехоты они большого вреда не несут. Только если там рядышком именно взорвется. Начинаем изобретать. Патроны наматывать. Особенно с утеса, которых, по-моему, 9 грамм тротила в каждом. Если не ошибаюсь. БЗшка, 9 грамм. То есть при взрыве снаряда сам патрон тоже разрывается, потому что у него взрывчатка. Соответственно, прорывающий элемент намного больше. Вот. Так, ну все, оставляю вас на поруки. С маленького еще стрелять это самое. Подствольника. А, подствольник. Тишина. Так, все, я удаляюсь, потому что, извините, обязанностей много. Оставляю вас на поруки вас и старших. Попал, молодец, попал.